Доброе утро, коллеги. Сегодня мы решили выехать за главлем, ну точнее на разведку. Посмотреть, как обстановка на малых реках, как там водичка, мутноватая, высокая или низкая. Или... Сейчас вот я уже приехал на место, жду Пашку. И на реку вперед. Я пытаюсь поймать на рачка. Колебалки, кремки не ставил. Поклевка, колебалочка на маленькую, 1,5 грамма. Какая-то рыбка небольшая, клюнула, слетела. Ну и камера, как всегда, в это время была выключена. Ну вода, я вам скажу, уже прозрачная. Я еще в очках, очень все хорошо видно. Ой, на тот берег что закинул, ага. Никак привыкнуть не могу. Заброс нужно четко класть на тот берег. Либо перелет, либо недолет. Надо прибросаться немножко. Посмотрю здесь, нет ли здесь топки. Может, вот есть смысл зайти. О, да, здесь твердое дно. Отлично. Место довольно-таки интересное, можно постоять, перебирать приманки. Поставлю черный цвет с такой вот розовой точкой атаки. Сейчас солнышко, может понравится. Играть на течение очень интересно в колебалках. Есть рыба! Наконец-то и моя голавль. Хорошая голавль. Не знаю, как его вытаскивать отсюда. Наконец-то. Долгожданный дружочек. Вот здесь топка. Паш! Вот он. Дружок. Еле сидит. Вот он, красавчик. Сейчас вам покажу. Вот он, какой красавец. Шли уже к машинам. Думаю, сейчас будем завершать рыбалку. Потихоньку покидывали. Поклевки были. Ну, какой-то белой рыбы такой непонятной, мелкой. И поимок никаких. И тут положил по тот берег колебалочку. Пару подмотов и есть. Колебалка 1,5 грамма. Хороший удар такой. Головлиный. Паш говорит, убирай в пакет. Ага. Есть? Пашки есть. Давай, дружок, беги. А? Вот он. Нашли. Наконец-то. А, дождались?
Все, один пошел, другой пошел. Отлично. Класс. Давай пятерочку. Подведем итоги вчерашнего дня. Весь день мы ходили, бродили. Тишина. Какие-то пощипывания были. Рыбки и все. Вечером произошел небольшой выходок. Либо он был конец уже выхода, либо он действительно такой короткий был, там буквально минут 15, когда мы успели поймать двух подряд головлей, получили еще по несколько поклевок, на этом все закончилось. Сложно сказать, либо мы нашли головля, его стайку, вот, либо мы оказались в нужном месте, в нужное время, с нужной приманкой, либо что-то еще. Но вот как бы за весь день было всего две поимки. Сегодня тоже место, та же река. Также будем ходить гулять, наверное, на протяжении всего дня. У нас есть шнур. По сути, 2-4 грамма жукри и 0,20 люри. Это вот все, вся рыба. Но здесь как бы еще техника уважения нужна. Правильно. Не знаю, после метрухи где никакая техника не нужна, не так, не просто уводится. Лебедкой. Лебедкой, да. Не тянешь лебедкой, а просто выводишь и все. Ну, ты как понимаешь, что у тебя. Вот четвертый шнур. Это не имеет второй. Ну да. Сегодня погода так же теплая, как и вчера. Но будет пасмурней. Солнышко сегодня не обещали. Попал на травку на соседний берег. Потихоньку с травки скинул колебалку. И, скажем так, имитация какого-то червячка. С веточки упал в воду. Но это результатов не принесло. Пашка поймал уклейку. Трот, да? Все по-честному. Жаберный воротник. Жаберный бат. Наш ловит. Шат 1,3. Красота. Вот она и щипит. Угу. Селедочка какая хорошая. Засолим? Не выпускай, сейчас засолим. Ой, эх. Порвалась. Пашка селедку косит на колебалочку. Хотелось, блин. Гимбл. Господи, неужели я вытащу, е-мое. Сколько стараний ради колебалки за 400 рублей, да? На шнур-то, ребята, 0,4. Старожильный раз такой не будет. Да. Пока я дойду, она уплывает. Спас. Е-мое.
Да, она впилась, будь здоров. Вот что значит профессиональная работа мастера. Правильно настроен фрикцион, правильно завязаны узлы. Че? Да, да, высокомодульный спиннинг. 0,4 шнур, 0,2 флюр. И вот такая коряга на берегу. Вот такой вот получился и следующий день. Сегодня гораздо все изменилось в плане воды. Вода ушла очень сильно. Возможно, это и связано с сегодняшним практически полным бесклеем. Сегодня Пашка ушел от нуля, молодец, двумя уклейками. А я по пощипыванию только уклеек этих почувствовал. Ну, так как колебалка, слишком большие колебалки, тяжелые, они не позволяли ловить уклейку. Пашки, они маленькие, такие аккуратненькие. Но он говорил, какая модель, какой вес, там, по-моему, 1,2 у него было или 1,3. Вот. И все, больше поклевок, каких-то таких серьезной рыбы не было. Погода, ну так солнце выходило, то пряталось, легкий такой теплый ветерок. Ходить, гулять комфортно. Да, кстати, сегодня мы увидели клещей, появились клещи уже на краях веточек сухих. Они сидят, такие красненького, красного цвета. Так что будьте осторожней, клещи уже пошли, не забывайте обрабатывать те места, которым задеваете траву. Так что вот так вот. Ну ладно, пойдем собираться. Сейчас, наверное, еще несколько забросов. И двигаемся к машине. Самое главное, главлинный сезон у нас открыт. 2 дня на реке. 4 рыбы. Из них 2 головля, 2 уклейки. На этом пока все. Покедва, друзья. Увидимся на реках. Спишемся в соцсетях. Всем ни хвоста, ни чешуи. Ловите рыбу. И, конечно, да, не забывайте ее отпускать. В наших краях ее так мало стало. Очень мало рыбы стало. И вот чтобы она приносила нам много-много удовольствий, этих незабываемых поклевок от головля, ох, нужно рыбу отпускать. До новых встреч!